Ребята, здравствуйте. Сегодня поделюсь хитрой снастью для ловли пугливой либо осторожной рыбы. Обычно ее использую, когда на водоеме штиль полный, жара, либо ночью. Особенно хорошо она работает. Итак, для начала нам понадобится леска. Меряем где-то полметра лески. Первым элементом будет бусина. Заводим бусину, продеваем ее три раза. Так она будет скользящей, но скользящей только тогда, когда это нам нужно. Она плотно будет сидеть. Вводим ее где-то вот полметра от конца. Дальше вот такая вот пружинка нам понадобится. Это от ручки шариковой, может быть, кто-то сам изготавливает. Заводим вот эту вот пружинку под самую бусину ее. Вот получается. Следом ставим еще одну бусинку, тоже ее продеваем три раза, чтобы она была скользящей. Подтягиваем к нашей кормушке. Ну, вот такое расстояние, чтобы между ними было сантиметров 10-15, там уже от условий ловли. Все расскажу, как что работает. Следующим элементом у нас будет, отступаем вот от этой вот бусинки сантиметров также 10-15. Делаем здесь петелечку маленькую. Затягиваем и делаем небольшую скруточку. Просто вращаем одну леску вокруг другой. Скрутку можно делать сантиметров до 15, это максимум. Обычно до 10 я делаю. Делаем скруточку, фиксируем ее узлом восьмерка. Смачивать не забываем все узлы нашей оснастки. Хорошо затягиваем. Получаем вот такую вот конструкцию. Далее на конце мы привязываем вертлюжок застежкой. Привязывайте его любым способом. По старой системе, как говорится, используем для этого узел клинч. Сильно тут не надо привязывать. Нагрузки не будет на этот узел оснастки. Также смачиваем и хорошенечко затягиваем. Обрезаем лишнее. Получаем вот такую вот систему. К этому вертлюжку с замочком мы крепим грузик. Грузики могут быть разные, то есть если не течение, водоем знаком, какое-то дно более-менее ровное, вот такие грузики легенькие можно использовать. Если водоем с течением, я использую грузики маркерные для фидеров, они идут с такими как бы зацепами, и их меньше течение тянет. И в этот отвод ставим поводок. Поводки уже вы сами там под свое место выбирайте. Можно делать его на нитке, вот на леске. Леска больше пружинит. В чем смысл снастки? Кто ловил ночью, знает, как
шлепает по воде кормушка, и как будет падать такой грузик. Он падает почти беззвучно. То есть рыбу не пугает, а крупная рыба ночью часто выходит к мели. Вот именно в этом я и использую вот эти вот грузики и эту оснастку. Он служит только для того, чтобы ее доставить к нужной точке и удерживать ее там. А вот эта пружинка, ночью все-таки очень много корма я не даю. Тем более, если вы целый день ловили там интенсивно, там уже будет корм. Минимально сюда корма, просто чтобы отметить вашу оснастку на дне. И рядышком крючок. Кто-то может, кто-то еще захочет, можно сделать еще отвод и еще крючок один. Я ловлю чаще так, то есть ночью перезаряжать там кучу крючков не хочется, и выжидаешь крупную рыбу, как бы мелочь особо ночью и не клюет. Так что вот эта оснастка для ловли леща, карася ночью, либо в штиль, в жару на нее бывали поклевки, отлично, когда ни на что не клевало. Отлично к вам подойдет. Если видео было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. А я буду снимать для вас что-то новое и полезное. До свидания, ребята.